что всем рад вас снять иметь. Сегодня, ребят, мы играем в Грани 1, да. Ну и теперь мы уезжаем на машинке. Так что, ребят, ставьте лайк. Я думаю, вам этот ролик понравился, как прошлый. Вы оценили, ребят, прошлый ролик. Спасибо, ребята, что оценили лайком. Ну и этот, ребят, не забудьте оценить. Смотрите, ребят, бабки нету, все нормально. Слышь, нормально. Все ужасно. Твич. Блин, на одной и той же карте, что ли? Да, походу. Ну ладно, что ж тут поделаешь. Только мы не из двери сбегаем, а вот на машинке. Кстати, ребят, пазлик. И это, пазлик или вот это. Ну давайте пазлик. Давайте посмотрим, какая что тут. Так, а тут шестеренка, нам она не нужна, ребят. Пазлик — это хорошо. О, канистра, неплохо. Голову сейчас вот сюда просто ее кинем. Так, кидаем. Берем вот это. Для ружья, ребят. Ну, не знаю, нужен он нам или нет. Конечно, нужен. А кто отвертку сбивать будет? А, ребят, по-вашему. Точнее, по-моему. Так. Сейчас, ребят, посмотрим, что тут есть такого крутого. Ну, еще одна деталька. Что тут написано? А, не прочитаю, ребят. Может, вы прочитаете. Кстати, ребята, у меня, как вы уже знаете, клип скоро выйдет. Я, наверное, точно на этой неделе должен выйти. Нет, на следующей. 100% на следующей неделе. Мне петь надо, ребят. Или можно на этой. Ребят, как получится, как получится. Сейчас, ребят, я хотел бы вот сюда сходить. Опачки! А вот и еще один пазлик. Неплохо, мы побыстрее все пазлики находим, чем вчера, ребята. Потому что вчера мы вообще не внимательно. Ну, вы же лайк поставили. Все-таки смешной вчера ролик. Короче, Тимечева, я тут это, хочу тебе кое-что рассказать. Что, Сандрина, ты хочешь мне поведать? Так, давай это по старинке перестань говорить. Перестань. Ладно, что хочешь рассказать? Короче, одну историю. Короче, иду я такая по тропинке. Думаю, а сейчас к тебе чего загляну. Чтобы он это попроходил там у меня, по подвалам походил, что давно в гостях не было. Скучаю, понимаешь? Какой ты скучаешь? Мы вчера с тобой разговаривали. Ладно, Слендерина, что дальше-то было? Вообще, иду я такая, иду. Тут навстречу мне такой этот мороженник выбегает, спрашивает. О, Слендерина! Как поживаешь? Как жизнь? Я такая ему отвечаю. Да ничего вроде так. А он такой, куда идешь? А я такая ему, что, Слендерина, я такая ему говорю, да к тебе чего иду? Он такой, да зачем? А я говорю, да вот хочу это, чтобы он по подвалам по моим походил просто. А он такой, да! Зачем мучить тебе чего? Лучше гу, ко мне ворожка пойди. Ребята, главное, что не Слендерина, а кое-что мне догадалось. А что ты там сказал тебе чего? А, ничего, ничего, продолжай, Слендерина. Ну, я, короче, такой говорю. Такая ему. Слышь, малышник, я не люблю, когда мои дела не доделаны. Так что, гудбай. А он такой, Слендерина, ну не надо. Давай чайку выпьем.
А я такой, ну ладно, давай выпьем, если так хочется тебе. С мороженым, да? Да! Он такой отвечает мне. И чё, ребят? Смотрите, так я такая ему говорю, после, когда мы попьем чай, я сразу пойду. А он такой, конечно, Саладина. Так я чай попила, а он играть предлагает. Во что? Да, в какую-то свою мороженскую странную игру. Я вообще такие не понимаю. И что дальше было? Да он такой, знаешь, играть мне предложил. И что дальше? Так я не согласилась играть. И что он сделал? Да так, ничего не сделал. Ушел, короче. Странный он сегодня какой-то. Ах, на самом интересном месте. Ну ладно, ребята. Странный, да, мороженщик? Ну да, я бы тоже офигела. Ничего, смотри, на то подсказывает, что-то он замышляет, твой дружок. Пирожок. Ну, я тоже так думаю, что он что-то замышляет. Не знаю, Слендрина. Он подарок тебе хоть дарил? Да, он дарил подарок. Кстати, ребят, мы собрали уже пазлики. И вот, ну, короче, не разберешь этих мороженщиков. Кто странный, кто не странный. Ну, Слендрина, знаешь, есть же еще один мороженщик, ты знала? Да, это друг. По-моему, мороженщика. Да, это друг мороженщика. У него жена есть. Жена и дети, да? Нет, детей у него нету. Только жена. Понятно, понятно, Слендрина. Ну, история, конечно, интересная и смешная. Тоже получилась. Я сама расхохоталась. Пока мороженщик не видит. Ага, ну понятно, походу, он не любит, когда кто-то над ним ржет. Ну да, есть такое. Я тоже не люблю, ребят. Когда надо мной ржут, так что, ребят, ну, если я что-то сниму смешное, пожалуйста, ребят. Но вот если я, не знаю, что-то не так скажу, ну, не смейтесь, пожалуйста. Ну, это, ребят, очень плохо. Так что, ребят, я думаю, вы хорошие подписчики. И меня понимаете. Гоу, короче, открывать сейчас этот. Я, конечно, уже вспомнил, как вот этот ворота. Отлично, ребят. Поднимаем. Ой. Всё. Да, странно, они, конечно, поднимаются. Ну ладно. Ну, мы еще тут не все сделали, нам еще много осталось. Гоу за оружкой. Пи-пи-пи-пи-пи. Та-та-та-та-та-та-та! Так, Слендрина, хорош петь. Слышишь, а? Попеть хочется, Слендринник. Слендрина, ты рот. Так, неважно. Все. Я тебя заманю. Рот свой закрой. Тыкс, раз. Опчки, ребята. А вот и от колодца у нас тут все. Все, ребят, как надо. Все как надо. Все по маслу, ребят. Все как по маслу, ребят, у нас идет. Гоу сейчас. Вот эту вот ручку от колодца, ребят. Колодца. Просто смотри, что в колодце. Конечно, колодце молоточек, ребят, у нас. Это понятно. Ну, книга нам не нужна, в принципе. Не очень-то и нужна. Ребят, что будет, если Мишку в колодец бросить? Он какой-то дух должен вызвать. Или это моды все. Но, ребят, не важно, не важно.
Крутим, вертим, крутим, вертим. Пей-пей-пей-пей-пей. Лучше не бросать, короче, мишку. Не уважаю я эти колодцы, потому что долго откручивать надо. Не уважаю эти колодцы, потому что там долго крутить надо. О, ненужная фигня. Она нам не нужна. Блин, почему это нельзя тут открыть? Мне просто лень уже. Так, ходить. Для чего нам молоточек там отколотить, одни вещички надо? Вопрос у меня такой есть, где кусачки-то, а? Ну да, не люблю я эти кусачки, они прячутся, ребят, хотя они, конечно, это полезная вещь, понимаю. Что у нас тут? Нифига себе. Ну да, как и следовало ожидать, ключ к отсейфу. Платочек мы сбросим, пожалуй. Ох, высоковато. Надо за кусачками дуть. Чуть не забыл про это место. Пожалуйста, что-то... А, фигня, фигня. Во, слендерина. Играйся со шестеренкой, укоришься, а мне пофиг. Я даже обрадуюсь. Так, ну-ка. Все. Я думаю, тебе понравится слендерина. Игрушка все-таки. Я старался. Старался. Ребят, я хочу бак сюда бросить. Ну, это реально круто. Это жесть. Эх, жаль, не получится. Жаль, не получится. Так, все, подвиньте доска. Короче. Да. Ну, ребята, приступус. Надо, короче, паучка, грешку покормить просто, там можно, может что-то... А, там же гаечный ключ, точно. Там гаечный ключ очень нам нужен. Очень нам нужен гаечный ключик. Прикрутить там. Блин, мне кусачки сейчас очень нужны, если честно. Ну, где кусачечки? Кусачки где? Ребята, у меня такой вопрос. Надо подумать логически, где они могут быть. Могут там вот быть, в домике точно не могут быть. Там ключ красный в домике. Красный. Цвет опасный. Ребят, грышку, короче, давайте обожрем грышку. Грышка жрать. Грышка срать. Все, я убегаю. Не нравится мне пучок. Че? Понравилась тебе грышка? Не хочешь добавки, грышка? Или все-таки хочешь? Я думаю, не хочешь добавки. Гоу сейчас тут откручивать. Да. Что-то мы, ребят, с вами вообще тут задержались, конечно. Что-то найти-то не можем мы. Раз-раз-раз-раз-раз, открутим. Все, опа. Раз-раз-раз, ладно. Раз-раз, дикобраз. Фух, вот тут все установили. Осталось последнее, это багажник. Ну, блин, ребят. Надо бензинчик залить туда. И что мне делать, ребята, если честно? Даже не знаю. Мне кусачки нужны, только где они? И как их добыть? Они в сейфе 100%. Не, они не в сейфе, ребят. Какого они могут быть в сейфе? Арбуз мы перерезали. А где мы, ребят, в прошлый раз кусачки-то нашли? А, мы в прошлый раз кусачки, я вспомнила, наверное. Мы тут даже не проверяли, ребят. Что я про это место вообще забыл. Вот они! Е! Фух, я уж напугался, думал, никогда отсюда не сбегу. Кусачки. Ну, наконец-то вы тут.
Я так вас ждал. Все, ребята, наконец-то мы из этого страшного и страшного, дурацкого и темного дома сбежим. Я тебя понимаю. Тебя очень понимаю. Да, смотри, ты меня очень понимаешь. Но не надо, пожалуйста, мой домик обзывать. Ой, то есть бабкину. Бабка. Что тебе уже надо? Бабка, скажи мне просто, а это чей дом? Ну что тут непонятного, Молодежь тупая, это мой дом. Только не надо обзываться, бабка. Короче, это твой единственный, да, дом? Конечно, мой единственный. А какой же еще может быть? Понятно, значит, бабка. Это случайно не дом Слендерины? Ну, кто такое мог сказать? А у нас тут Слендерина сказала, ты чё наш мой дом обзываешь? Слендерина! Иди-ка сюда. Ой, бабка, ну прости, но это он врет все. Правда, Тимеева? Ладно, бабка, я пошутил. Ах, только шутите. Все, Слендерина, месяц без приглашений. В смысле? Ну ладно, сегодня не пригласишь меня в свой страшный темный дом. Ладно, все, я твоя должница, короче. Ладно, ребята, я думаю, вам ролик-то понравился. Хочется, всем пока, ребят, снять вместе. Всем пока, всем пока. Ой, я фото сделал. Прикольно, да? Давайте я его удалю. Так, всем пока. Всем пока. Тихо. Всем пока.